Друзі, всім привіт! У нас на каналі часто звучить фраза, або не тільки у нас на каналі, на інших каналах, десь в інтернетах, в кулуарах, де збирають автомобілі, ремонтують або де спілкуються перекупи. Так от, звучить дуже часто одна і та сама фраза. Пофарбована під прилад або покрашена під прибори, якщо хочете російською мовою. Так от, це дуже часто видають за дуже класний і якісний ремонт. А чи дійсно воно так? І що таке якісний ремонт? А що таке пофарбовано під прилад? І чи якісно пофарбовано під прилад? Ми вам сьогодні покажемо. І ні для кого не секрет, що дуже багато людей вчаться на нашому контенті, я лише за. Тому ми сьогодні покажемо, як зрозуміти, чи класно воно пофарбовано, чи під прилад, чи ні. Або для хейтерів відео називається, напевно, як на судьбу продати автомобіль самий дорогий автомобіль в Україні, а зроблений він типа якісно, але не дуже якісно. Я покажу декілька кадрів, а само відео ви побачите, напевно, десь через тиждень. Об'єктивно, це конкретний тотал. От у нас йде чорний метал. Примінялась шпакльовка антисенсор. Металл, шпаклевка. Короче, на вся шпаклевка. Просто делали, чтобы дорого смотрелось. Чтобы кто-то, может быть, приехал без такого банального прибора, который не видит шпаклевку. Для того, щоб далі зрозуміти цю історію, треба розповісти про деталі. Як то кажуть, д'явол криється в деталях. Так от, деталі цієї історії наступні. Вечором телефонує людина, без чого 6, і каже, терміново треба оглянути. Увага, найдорожчий автомобіль в Україні. Найдорожчий мається на увазі з Audi S5. На момент огляду автомобіля дорожче немає. Треба зауважити, що нам надали ВІН-код цього автомобіля. Замовнику надали ВІН-код автомобіля і надали ушкодження цього автомобіля. Але це автомобіль канадський. У нас є джерела по канадським автомобілям, але вони, як би правильно сказати, довгоіграючі. А тут вечір, а тупо зранку треба вже з'ясувати історію. Нема джерела, нема чого було з автомобілем, ми самі з'ясуємо, що було з автомобілем. Для нас це не проблема. Просто прийняття рішення, воно, коли є інформація про автомобіль, ми сразу кажемо, чи варто їхати на нього дивитися, чи не варто. А тут канадський автомобіль, нема по ньому історії, шукайте, не знайдете. І сама дорога машина, ушкоджений лише бампер на цьому автомобілі. Принаймні, ось такі фотографії ушкоджень предоставив нам продавець. І ранок наступного дня їдемо дивитися, що з автомобілем. Audi S5 по космос прайсу. Зараз посмотрим, що у нас тут за сюрпризи будуть. Видно, невооруженным взглядом разный оттенок на дверях, на крыле переднем. Померяем предварительно ее приборчиком, там будет ясно. 129, 140, крыша у нас тут стекло, все тут хорошо. 78, 104, капот у нас оригинальный, черный металл и цинк. 129, 145, 130, черный металл и цинк. 141, 115, двери у нее снимали, петля эта красилась, герметик заводской на месте, дверка изнутри у нас красилась, следов разбора не видно, все аккуратно, но вот у нас идет черный металл. Значит, рассказываю. Да. Сделали, конечно, очень предварительно, подогнав под прибор. Вот эта дверка у нас красилась изнутри. Да. Черный металл цинк. Вот тут вот тоже сейчас будет черный металл цинк. А что значит черный металл цинк? Машина оцинкованная, то есть заводской элемент, он из черного металла покрыт цинком. Да. То есть это сначала покрасили вот этим цинком, а потом... Нет, когда запчасть тайванская, она идет не оцинкованная. Угу. Когда запчасть оригинальная, конкретно в Audi, она идет оцинкованная. Угу. Капот у нее не крашеный, крыло переднее не крашеное, но черный металл плюс цинк. Дальше смотрим двери. Дверь на вышкурлена под прибор, изнутри она тоже окрашена. Вот это слой уже с лаком. Вот тут вот он не крашеный. Угу. Обратите внимание, черный металл цинк. Вот тут черный металл цинк. Да. Идем сюда. Черный металл цинк. А вот тут черный металл.
Угу. Тут применялась шпаклевка, антисенсор. Это металлизированная? Да. Угу. Это стойка и шпаклевки. Был бы приборчик другой, ты бы никогда бы этого не увидел. Извиняюсь, да, что на ты. Так як я обіцяв, що цей контент буде навчальний, і ось в цьому випадку треба дати розгорнуте пояснення. Значить, що таке? Ваня постійно каже чорний метал плюс цинк. Пояснюю, цей Audi-кузов, ну тобто ми зараз підемо в історію, коли він йде по конвеєру, голий металевий кузов. Він пурнає в ванну, там де є цинк. Тобто цей автомобіль повністю іде оцинкований. Але коли Ваня тикає приборчиком, ну або витягує заміри, скажімо так, якщо хочете, у цього толщиноміра він бачить, коли є метал, тобто метал, там є магнітний такий штуцерок, котрий вимірює відстань до металу. Тобто, ну, щоб було зрозуміло. Не понятно. Просто вот вы начали рассказывать про приборчик, что он как-то там проверяет, слишком долго на этом застряли внимание, как-то раскрыть его просто. Окей, поясняю по-інакшому. Є металева пластина. Вона з завода в таку ванночку ОПА, і там є гальванічний елемент. Він покривається автоматом цинком. І ми розуміємо, прилад розуміє, де метал, а де метал з цинком. Він це показує, метал з цинком. Але тут історія така, що тут є ще металізована шпакльовка. І цей прилад, він бачить металізовану шпакльовку як метал. Якщо там був би алюмінієва шпакльовка, пудра, там далі буде відео, там буде видно, що він пише прям, це алюмінізована шпакльовка, тобто це металева шпакльовка. А тут шпакля з додавленням сталі. Але фішка заключається в тому, що як спалити. Тут є покриття цинку, а тут нема. Це одна цільна металева запчастина. Такого не може бути. Тут чорний метал цинк. Порожок у нас не на місці. Він знімався. Щель. На порогі щель. Тут теж чорний метал. Этот проєм, видите, і шпаклювки. Угу. То же саме. Чорний метал. Воно зроблено під прибор. Чорний метал. Тут є сліди окраса. Тут також применялась шпакльовка антисенсор. Чорний метал. Потолок у нього знімався. Ручки розбирались. Потолок этот перешивался. Потолок этот у нас перешивался. Максимально качественно. Но он розбирався. Это не завод. Это крыло тоже у нас и шпаклевки. 148. Черный металл. Это все и шпакла. Тут четко прослеживается кантик оклейки в этом месте. Тут тоже вырезалась эта форточка. Вот тут вот подковыряли. И тут нестыковочка. Крышка у нас алюминиевая. 104, 133. Тоже черный металл. Это тоже все шпаклевалось. Металл шпаклевка. Ну, короче, она вся из шпакла. А тепер пояснюю, чому тут прибор знайшов металеву шпакльовку. Значить, поясняю. Металізована шпакльовка, вона є з різними наповнюючими. І якщо там цвітний метал, то прибор розуміє, що це шпакльовка в перемішку, як буде українською. Разом з. Разом з, да. Нехай буде разом з алюмінієвою пудрою. А якщо там металева тонка стружка, то це прибор такого не знайде. У нас ми колись зробили... А є у нас відео? Нема, да? Ми не робили тоді. Коротше, у нас ми були на малярці, нам маляра показували різні шпакльовки, і ми їх тикали різними приборами. Треба було зам... Ми зробимо таке відео, але не прямо зараз. Тобто ми, прибор розуміє тоді, алюмінієва пудра або інший цвітний метал, той, що не магнітиться, але металевий, будь-то бронза, будь-то латунь, всяка хрень, якщо строїть в пиль, перемішається шпакльовкою, прилад покаже, що це металізована шпакльовка. А якщо перемішається стружка, що магнітиться, він покаже, що це метал. Реально зроблено під прибор, дорого-багато. Тут тоже проем, все шпаклевалось. Черный металл и цинк. 108. 114. 108. Шагренька тут лежит по заводу. Плохо сворачивается. Ремень должен сворачиваться быстрее. По сиденью водителя.
все хорошо. По центральной консоли натуральный горбон. Мешок тут вообще падает. Андрей, можно вас на минуту? На этом этапе, если по критериям нашей компании, я вам уже ее не рекомендую. У нее вот эта вся боковая часть вылеплена из шпакла. Как понять, насколько хорошо она была сделана? Херово. Ну как, ее делали дорого-богато, но у нее есть следы конкретного кузовного ремонта со стапелем, со всеми делами. Порог у нее не дотянули, потому что шов не стыкуется. Видите, щель-щель какая-то в этом месте. Да. Двери эти снимались. Потолок у него перешивался, ремни безопасности восстанавливались. Водительский ремень сворачивается туго. Этот конкретно мягко. То есть он должен быть жестче. Ремни восстанавливались. Если бы я конкретно насильно купил бы такую машину, я бы сразу сказал бы нет. Это будет потом в дальнейшем продажа якорь. Такие машины проверяют кардинально. Мне сейчас еще пришлют отчет по страховой. Может быть, есть из Америки просчет какой-то. Я попросил. Вот это в 10 раз больше. То есть шпаклевка антисенсор, она позволяет таким образом обмануть нас, автоподборщиков, но не имея такого прибора. Да. По факту тут в 10 раз больше. Это толщина кредитной карточки. А там, где 120, это 1.5 миллиметра где-то. Это же не так критично. Это шпакло на несущей части. Ну, поймите, что это... Но это же не несущая часть, нет? Это кузов, это несущая часть кузова. То есть это цельный элемент, который неотъемлемый. Вы как переднее крыло его не открутите. В данном случае оно вытягивалось, шпаклевалось на стапель. Ну и где-то резалось, заваливалось? Вряд ли оно резалось. Чтобы сказать вам, резалось оно или нет, надо снимать уплотнители, что он конкретно не разрешит. Но вот нижний уплотнитель, видите, по резинке, он от нее, у него отнимался. Вот эта форточка тоже вырезалась. Вот тут шовчик больше, чем там. Вот тут вот провести пальцем есть, ну я ощущаю. Вот тут вот проведете пальцем. Тут тоже буртик есть, ее оклеивали по вот это место. Крыша не крашена, это крашена. Но покупая тачку за такие деньги, она реально должна быть идеально. Ну не с такими повреждениями, как на фото, как минимум. Я понимаю, что вы загорелись. Нет, для этого вот. Потому что я принимаю решение эмоционально, а вы можете смотреть объективно. Ну, объективно это конкретный тотал был. Ну, 65к. Мы просто делали, чтобы дорого смотрелось. Чтобы кто-то, может быть, приехал без такого банального прибора, который не видит шпаклевку. Был бы он попроще приборчик, этого бы не было видно. Но взглядом, подойдя к ней, я уже видел, что крыло заднее шпаклевано. Ну и плюс по фотографиям, то, что с ним было. Пройшло декілька днів, так, щоб сказати, що дуже багато часу. В рамках запита це дуже багато часу. І по канадському автомобілю нам прийшла естонська відповідь. Ну, чому естонська? Тому що дуже повільна. Хоча естонці, насправді, вони не туплять, вони не повільні. Вони просто не поспішають жити. Але маємо те, що маємо. У нас є джерело плюс-мінус прикольне. Але воно дуже повільно надає нам фотографії. І якщо подивитися на ці фотографії, то продавець автомобіля, він дійсно нас не обманув. Він дійсно показав автомобіль саме цими ушкодженнями. Але він трохи схитрував, тому що якщо перетягнуть трошки в інший бік, змінить ракурс, то ми б побачили зовсім-зовсім іншу картину того, який був цей автомобіль насправді. Як я казав, пройшло декілька днів, а в частності щось біля 3. Гельштальт у замовника нашого не закритий, і він знайшов ще один автомобіль, але це вже RS Audi. І вона всього на 7 тисяч дорожче. Ну, для RS це нічого, тому що це зовсім інший автомобіль. От зовсім. Для порівняння, один карбонокерамічний гальмівний диск коштує біля 305 тисяч гривень у офіціалів. Тому на один тормозний диск дорожче, навіть дешевше ще, ніж на один тормозний. Але зовсім інший автомобіль. З мотором від Porsche, з карбонокерамічними тормозами. Дивимося. Так, добрий день. Смотрим RS5 на осмотрі разовом. Із того, що видно по кругу, фара у нас потіють. Передня, це раз, то, що видно. Зазори, в принципі, нормально. Вот это тоже подпотевает фара слегка.
Здесь у нас тоже, в принципе, все хорошо. Машина в пленке у нас. По крыше здесь тоже, в принципе, все по зазорам. 393 и 200, 180 где-то получается. 418, 379, 356. Здесь все на месте. Здесь у нас тоже заклеенное. 392, 363. Крышка багажника стоит по зазорам. Здесь, в принципе, здесь все хорошо. Здесь у нас по зазорам все ровно. Буквы у нас заводские, не переклеенные. Ну, по крайней мере, я не вижу. По зазорам тут тоже, в принципе, все отлично. Так, дальше крыло. 389. Здесь все нормально. 380, 402. Дальше пластик у нас здесь хорошо. Здесь у нас тоже все отлично. Лючок тоже здесь нормальный. Но следов, чтобы вы ковыряли, клипсу я не вижу. По двери, по наружной части. 345, 361. Здесь у меня все хорошо. Друзі, отут є один такий важний, особливо для мене важливий момент. На попередньому відео уважний глядач помітив, що Ваня там акцентував увагу. Тут є цинкове покриття, тут нема цинкового покриття. Справа в тому, що оце все у нас покрита в, вибачте, не виключив номер телефона. У нас все це прописано в чек-лісту. І людина, наш технічний фахівець, він розуміє, що коли у нього воно совпадає, ну, тобто він знає, що по кузову це повинен кузов бути в цинку. І якщо є відхилення, він про це каже. Якщо відхилення нема, то все нормально з цим автомобілем, все чудово, все нормально. Тобто у нього в голові йдуть автоматичні процеси, і тому дуже часто каже, тут все класно, але під словами «тут все класно» алгоритм сразу вкучує, сразу декілька параметрів. Все нормально, мається на увазі рідна фарба, все нормально з лаком, все нормально з металом, все нормально і з цинковим покриттям, все нормально те, що нема шпаклівки. І навіть якщо є плівка, вони в голові відкидують значення і вони прикидують. І тому для них все це нормально. Бо якщо розповідати, то з 30-40 хвилинного відео ви сразу же отримаєте годин 5 або 6. Слідів, що тут красили, перекрашували, опять же, я не вижу никаких. Замок не снимался. Да, здесь классно все. Люк у нас, кстати, тоже с ним по зазорам все хорошо. Он тоже заклеенный, трещин я не вижу никаких. Здесь у нас тоже все целое. Стойка у нас тоже целая. Молдинг стоит на месте, не снимался. Стекло 20-й год. Блин, ну, я никаких повреждений по стеклу как бы... Ну, пока не вижу. А, стекло тоже заклеенное. Крыло 382, 405, 360. По зазору здесь тоже все отлично. Так, и пойдем с той стороны и придем к переду. 336, 369. Пока все логично. Здесь у нас тоже ничего не... Ну, я не вижу, чтобы здесь разбиралось. Опять же, дверь вот эта покрасили ее. Видно, что она покрашенная. 400, 522, 500. Вот тут арочка была. Ребро вот это было притертое. Все хорошо, только вот в этом месте. Чуть-чуть подтерли. Стойка сверху. 374 здесь хорошо. 375 под решеткой. Радиатор новый. Все красиво выставлено. С этой стороны у нас... Тоже надо он клипсу поставить, проводка чуть болтается, но ничего страшного. Он тоже еще одну надо будет поставить. Но на усилителе самом все стоит как надо. Сиденье ровненькое, здесь вот чуть-чуть есть заломчики. Подушка здесь стреляла, ну блин, тут я не вижу как бы вопросов, если восстановили. Ну, никто не знает, что здесь, разбирать не будем, но если даже восстановлено, то сделано очень даже хорошо. Руль у нас тоже Алькантара, сильно не затертый. Здесь хорошо. Блин, ну стоит прям красиво. Я склонен к тому, что она, скорее всего, может быть даже оригинальная. Оригинал БУ здесь стоит, скорее всего. Здесь у нас не затерто ничего. Пластик тоже не побитый, не поцарапанный. И он у нас заклеенный, получается, пленкой, да? Да, пленкой заклеенной. Здесь хорошо. Так, и теперь под капотом. Капот, да, снимался. Да, это был новый капот, потому что черный грунт. Они новые, черные не идут. Ну, на заводе, на конвейере. Он помененный, оригинальный, как я понимаю. Ну-ка, 51, да. Здесь пластики у нас все стоят на местах, здесь все на месте. Дальше, здесь у нас под низом
тоже все стоит на местах, здесь все хорошо. Ну, здесь видно, что крыло крутилось, снималось. Черный грунт. По стакану 66. Здесь нормально. Оригинал. Герметик оригинальный. Патрубки вот эти вот видно, что они разбирались, снимались. По двигателю, кстати, с этого края тоже все сухо, следов ремонта, датчики не разбирались. Свечи, ну не вижу, чтобы крутились. Насос-то НВД не крутился. Не вижу. Да, свечи не крутились, ТНВД не крутилось. Здесь подвеска у нас не крутилась, разъемчики целые. Дальше радиаторы целые, не паянные. Между радиаторами чисто. Чисто? Ну вот, вот здесь вот может быть чуть-чуть, ну как бы я бы сказал, что чисто. Вот видите, пушок вот здесь вот есть, здесь в одном месте, да. Вот. И фара с этой стороны не перепаковывалась, не ремонтировалась. Сторона, здесь да. Все целое. А с той стороны, получается, ее чуть-чуть подремонтировали, ее, да? Вы знаете почему? Ну здесь вот подпаивали ухо и... Нет. Короче, когда приехала, она светила вверх. Там механизм, который... Слетел? Ее. Слетел, да. Лонжерон поверху целый. Следов ремонта не вижу. Следов разборки вот этих пластиковых деталей всех я не вижу. Пластик здесь целый. По турбинам. Ну, патрубки хорошие. Следов потеков с них не видно. Нигде не дует. Управление... Ага, не болтается, хорошо. Двигатели в самом. На крышке конденсата нет, пен нет, отложений масляных никаких нет. Здесь все отлично. В принципе, здесь все отлично. Так, и по выхлопу. Угу. Подняли на подъемнике, значит, вот он автомобиль висит. Значит, здесь у нас насосы на месте хорошо, трубки хорошо. Ага, вот здесь вот по где-то кондиционер, патрубки кондиционера, вот тут слегка мокрый. Дальше здесь у нас отлично. Ну, здесь, да, пока без вопросов, пока все достаточно, очень органично смотрится здесь. Так, продолжим пока заднюю часть смотреть. Значит, там, где она у нас была, задняя часть битая. Ну, как битая, поврежденный бампер был. Я не вижу пока никаких нюансов серьезных. Пока все стоит хорошо. По панели задней, по усилителю заднему. Ну, все хорошо. Следов того, что как бы крутился усилитель, не видно. Панель задняя целая. Герметик у нас здесь везде целый. Накладка у нас стоит на месте хорошо. Тут тоже все хорошо. Заднее крыло заводское, не крутилось, все, не переваривалось, ничего. Ремонтов я не вижу никаких. Усилители у нас не снимались кузова. Ну, не видно, чтобы тут разбиралось что-то. Все стоит на местах. Кузов целый, хорошо. Лонжероны, ну, то, что вижу, тоже все заводское. Ремонта не вижу никакого. Регулировались. Схождение видно, что тут регулировали. Но я так смотрю, они менялись, эти рычаги. Наклеечка, мне кажется, вот эти... Не, оригинальная, но это как запчасть. Ничего тут, даты я не вижу. А, они вот на украинском языке. Тяга кормова написалась на нем. То есть тяга менялась. Это, может, погнутая была, не знаю. Здесь ничего не снималось, не снималось. Герметик заводской на крышках. Здесь ничего не распаковывалось, не перепаковывалось. Хвостовик сухой, карданчик отличный, кардан у нас не снимался, не разбирался. Лонжероны целые, днище у нас тоже заводское, герметик везде заводской. Бак у нас целый, не мятый, здесь все отлично. Теплозащиты все целые, здесь у нас тоже ничего не царапано, здесь все хорошо. По порогам, пороги целые, клипсы все заводские. Защиты тоже все целые, не подертые, по ямам не прыгало. Хвостовик на коробке отлично, тут не разбиралось ничего, не крутилось. Тоже все заводское. Так, здесь сняли защиту, значит, по двигателю. Здесь у нас течет поддон. Надо будет его, тут место соприкосновения есть от удара было, когда уходила панель передняя. То есть тут герметик надо переложить. Надо скорее всего, как минимум надо будет замыть и понаблюдать за этим делом. Все, сверху все. Каких-то потеков не видно, сальник сухой, боковины здесь все сухие, генератор тоже здесь с ним все хорошо, ремень оригинальный, ролик здесь нормально. Есть мятинки небольшие на водяном патрубке,
но как бы сухой, не течет, здесь все отлично. А вот тут единственное, вот патрубок, да, когда уходил, вот тут вот, а он, кстати, может и затирать, то есть надо будет поменять, скорее всего, вот этот, я бы поменял его. Интеркулер висит у нас, получается, охладитель воздушный. Нету болта и подушки нету под вот этим. И здесь стоит у нас какой-то рыночный. Подушки, кронштейн подушки у нас целый, двигатель тоже, там подушки не снимались. Опять же, вот это, ага, вот с поддона тоже здесь развивает, кстати, по задней части тоже, с под этого поддона, вот, вон там. По подвеске менялся рычаг раз, менялся рычаг два, следы удара здесь, набитость есть от молотка. Опять же, надо будет развал сделать, обязательно перепроверить его. Диск колесный, ну, ровненький, я не вижу никаких нюансов, грузов немного. Редуктор передний у нас целый, хорошо. Не разбирался. Так, и радиаторы. Радиаторы целые, вентиляторы тоже не лопнутые. Все хорошо. Заради справедливості треба показати, що цей автомобіль, він також був ушкоджений. Він був куплений також на аукціоні, от приблизно з такими ушкодженнями. Але ми точно знаємо, що ця машина була зроблена з оригінальних запчастин. Ми розуміємо, що з безпекою там все нормально. Ну, мається на увазі, там безпека встановлена або оновлена і підколінна, і на рулі. Тобто там стоїть нова лонжероні, не тягнути. І по факту ми зараз маємо не S5, а RS5. Мало того, що цей автомобіль зовсім інший, але в порівнянні з S5 я зроблю одне відвідування, таку нову іншу веточку, і розповім, чому поганий S5. Таку машину купляють для того, щоб на неї там гах, іноді дати газу, бомбануть, а шпакльовка вона знаходиться на несущій частині кузова. Він як-то трошечки, але все одно крутиться. Ну, мається на увазі, прокручується. Сопромат дуже багато людей вивчали в інституті, тому розуміємо, що метал, кузов металевий, він трошечки-трошечки ходить. І от шпакльовка – це така штука, що вона не еластична. Воно так чи інакше трісне, десь відійде, і після якоїсь чергової покатух, коли дати її під сраку, попаде вона десь в ямку, десь лусне, десь срісне, і все. І тут фініта ля комедія. Тобто людина купила автомобіль дуже задорого, але у нього вже відвалюється шпакльовка. Чого точно не буде в Audi RS7. І по відчуттям, по емоціям, RS7 – це зовсім інший автомобіль, як я вже казав, дуже-дуже багато разів. Той, хто ваголюб, той мене зрозуміє, що S5 і RS5 – це різні автомобілі. Отже, по факту, ми маємо задоволеного клієнта, ми маємо класний автомобіль, ми маємо інший автомобіль, от зовсім інший автомобіль, і ваголюби мене зрозуміють. У мене на сьогодні все. Будьте дуже уважними, тим паче сьогодні ви вже знаєте, розумієте після цього навчального матеріалу, як зрозуміти, де є шпакльовка, де не є, що таке покрашено в прилад, як якісно покрашено в прилад, пофарбовано, вибачте, якщо українською. Тепер у мене точно все. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.